Скажите о создании музыки для бременских музыкантов. И на какие группы вы тогда равнялись? Конечно, я Битлз очень любил. Считал, что это замечательные ребята. Их эпоху целую они сделали, да, музыкальную. Но поскольку у нас таких еще групп не было, мы сначала хотели пригласить ансамбль песнеров из Беларуси. Но стал вопрос, у них еще есть даже некоторый такой белорусский акцент. Нам они не подошли. Поэтому мы решили фонограмму записать. Ансамбль «Мелодия», и записывали ее на самой лучшей аппаратуре, которая тогда была. И самое главное, что тогда был гениальный звукорежиссер Виктор Бабушкин. Он записывал все песни Магомаеву с Пахмутовой и вообще. Он был лучший наш звукорежиссер.